Коварный план Джигарханяна наказать обогатившуюся жену провалился. Адвокат Цымбалюм Крамановской идет в наступление. Победа уже близка. Враг будет повержен. Когда Армен Джигарханян на всю страну кричал про молодую красавицу-жену Виталину Цымбалюк Романовскую «воровка», посадить воровку, когда заявлял, что она его обокрала, то, конечно же, не думал, чем ему это аукнется. Молодая киевская пианистка не опускается до публичных оскорблений некогда любимого человека, но и дальше сносить постоянные обиды не намерена. Пусть сегодня она находится под выпиской о невыезде, делу это не мешает. Виталина обратилась к хорошему адвокату Ларисе Широковой с просьбой помочь восстановить доброе имя и доказать, что в браке с легендарным артистом она ничего не крала. Например, 3 квартиры она купила до брака, оформив все на свое имя. Поэтому совместно нажитым имуществом они не считаются. Да и десятков миллионов рублей со счетов Армена Джигарханяна она, как говорит, не снимала и даже готова доказать это в суде, а бывшего мужа привлечь за клевету и оскорбление. Именно поэтому сегодня чуть ли не каждый день она проводит в следственных органах. Ее многочисленные поклонники, обожатели и подражатели уверены, что коварный план Джигарханяна наказать Виталину провалился. Да, молодая пианистка заметно обогатилась за годы жизни в Москве. Стала светской персоной, желаемым гостем на ток-шоу и премьерах, но сделала она это вовсе не за счет Джигарханяна, а благодаря своей смекалке, оборотистости и решительности. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!